была ответственная игра, потому что 55 лет клубу. Не хотели подвести ни болельщиков, ни ветеранов, которые отдали или всю жизнь, или какую-то часть своей жизни этому клубу, как бы хотели выиграть и подарить им какой-то маленький праздник. В первом периоде вы выглядели не так убедительно, как-то перенервничали? Да не сказал бы, вроде нормально выглядел обычно. Да нет, не нервничал хорошо. Забавный эпизод случился, когда забросил шайбу Майорову. Как прокомментируете? Ну, не знаю, там люди бегут, одни бегут радоваться, вторые бегут... Я уже выключился, я думаю, все, гол. Все видели, что гол. Я не знаю, почему судьи не свистнули. Я думаю, шайбу бы не засчитали все равно, но первый раз у меня такой в карьере. Я думаю, у многих такой момент первый раз, что игра продолжается, а уже половина не играет. Вы водичку пили, стояли, когда развернулись и видели, что почувствовали в тот момент? Я не развернулся, я увидел... Спиной к воротам стою и смотрю, люди шайбой борются, и у меня как мир перевернулся. Я не понял, что происходит, почему вроде гол, как бы все должны уже там радоваться, а я спокойно пить водичку, а тут как бы игра продолжается. Ну, больше не знаю, что сказать, честно, первый раз такое. Много сил, эмоций сегодня было отдано на эту победу. Впереди Локомотив. Останутся силы физически, моральные? Ну, конечно, должны остаться, и я думаю, что останутся. Ну, действительно, был тяжелый матч, напряженный. Счет в одну шайбу всю игру был, поэтому, ну, восстановимся, у нас есть еще 2 суток.